Дорогие друзья, всех приветствую себя на своем YouTube-канале под названием «Мир биткоина». В сегодняшнем видеообзоре хочу вас познакомить с довольно-таки интересным проектом, который называется Entry. Мы сейчас находимся на официальном сайте данной компании, и сегодня я вам помогу разобраться в данном проекте, в его преимуществах, расскажу, чем он, в принципе, занимается. И, как вы видите, есть уже информация о том, что идет сейчас пресейл, и он заканчивается через 1 день и 10 часов. Поэтому, если, прослушав видеообзор, у вас возникнет непременно цель приобрести токены данной компании, поспешите сделать это в течение 1 дня и 10 часов, потому как будет более выгодная бонусная процентная скидка и более выгодные, в принципе, условия. Вы знаете, что сейчас мировой финансовый кризис показал всю свою уязвимость существующей системы. Мировая экономика растет довольно-таки вяло, процессы перевода средств и кредитования занимают значительное время, в операциях замешано большое количество посредников, высокий обменный курс, бюрократия. Все это, в принципе, тормозит развитие мировой экономики и финансовых систем. Entry – это организация, выступающая за достижение, так сказать, финансовой свободы за счет объединения банковских решений и технологий блокчейн. В мире криптовалют остро встают вопросы об обмене фиатов на криптовалюту, о совершении мгновенных безопасных платежей, транзакциях, также о выводе в удобном снятии денег, и поэтому Entry станет посредником между старым финансовым миром и, так сказать, новым, то есть решая все эти вопросы. Entry позволит расширить финансовую экосистему, операции с криптовалютами станут довольно-таки открытыми, простыми для всех жителей из разных стран, покупки и платежи на технологии блокчейн станут более прозрачными, и покупатели, в принципе, смогут использовать для оплаты как фиат, так, в принципе, и криптовалюту. Поэтому данная компания планирует увеличить поток криптовалют в реальной экономике. Бизнес-модель Entry основана на 6 составляющих. Первая – это Entry Money, то есть это криптовалюта и фиат для интернет-эквайринга, для хранения активов пользователей. Все это будет на базе блокчейн и использована стандартизация IBAN. То есть предприниматели смогут предлагать свои услуги на товары по всему миру в собственной криптовалюте, которая не зависит от колебаний курса валют, и поэтому товары смогут оплачиваться по всему миру быстро и выгодно. То есть покупатель сможет оплачивать покупки любой валютой с помощью Entry Money. То есть трансграничные платежи на базе блокчейн станут быстрыми, выгодными для любой, в принципе, для любого человека в любой части мира. Вот у нас непосредственно на официальном сайте вы можете увидеть токен сейл, подробности, что это у нас токен будет в utility ERC-20. В принципе, хардкап у нас составляет 325 миллионов токенов данной компании Entry. Софткап это 25 миллионов. И, в принципе, по поводу pre-ICO, началось оно у нас 3 мая. Вот, и, в принципе, продлилось до 10 мая данного года. ICO стартует у нас, как вы видите, 1 июня, и, в принципе, здесь можно увидеть непосредственно прайс на ценовую политику данной компании, также сколько это будет у нас составлять непосредственно в токенах компании, и, конечно же, эти 6 составляющих. Следующая составляющая – это у нас Entry Exchange, вот она у нас есть здесь на экране, то есть это вторая, которая… Это, в принципе, виртуальный центр всех операций Entry, то есть в начале запуска данная компания у пользователей дает возможность им проводить операции только лишь с криптовалютами Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Dash и Euro, но вскоре станут доступны операции с другими фиатными валютами и даже многие другое. То есть Entry Exchange обеспечит, так сказать, связанность бирж и ликвидность. В качестве стимула использовать виртуальный центр Entry будут токены, которыми будут награждаться пользователи за репост своей учетной записи, либо же бонусная программа, которая будет действовать во время проведения ICO и после ее завершения. Третий этап – это у нас Entry Network, то есть платформа обеспечит стимулирование партнеров, так сказать, к созданию финансовых продуктов и услуг на основе банковской платформы Entry. И в основе этой Entry Network лежит программный интерфейс IP, который позволит предпринимателям интегрировать Entry и свой бизнес-процесс. То есть для привлечения поддержки клиентов будет использован бот-чат.
Также мы с вами можем увидеть непосредственно планы дорожной карты. Это нам говорит о том, что было у проекта, какая история. И, в принципе, планы то, что расписано на будущее до 2019 года, даже до 2021. Также перед вами находится сейчас непосредственно команда прекрасных создателей, которые с большим энтузиазмом и профессионализмом разрабатывали данный проект. Следующая у нас непременно составляющая данной кампании – это для создания доверия между участниками, автоматизации процессов будут использованы смарт-контракты. То есть смарт-контракт – это является следующая составляющая. То есть это процессы закупок, сертификации, ведения переговоров. Все это будет упрощено с помощью данной кампании, потому как смарт-контракты обеспечат прозрачность и доступность сделок, также контрактов, покупок для всех пользователей экосистемы. Контракты и договоры сторон будут юридически подкреплены. Токен для ICO будет создан с помощью ERC-20, как я сказала, это будет на основе Ethereum. И это упростит, я считаю, конечно же, вхождение новых пользователей в данную систему. В дальнейшем токены будут создаваться entry на основе собственной базы блокчейн. И это, конечно же, расширит функции данной финансовой экосистемы. После этого на составляющей идет традиционные банковские услуги, депозиты и выплаты будут обеспечены цифровым банком Entry Bank. То есть у нас еще будет такая составляющая, которая также основана на технологии блокчейн. И для Entry Bank будут выпущены дебетовые карты. То есть снятие наличия с них будет доступно по всему миру. Управлять финансами на карте можно будет через мобильное приложение или же веб-сайт. И Entry Bank позволит пользователям брать кредит и даже делать инвестиции. Следующая составляющая – это у нас Entry Cash, который позволит хранить и управлять своими финансами, то есть в любой валюте. Обмен фиатов будет предоставлен бесплатно на несколько лет, то есть это может быть евро, доллары. Вот. И, в принципе, о всех этих технических аспектах можно почитать непосредственно на технической документации данного проекта, на которую мы с вами сейчас, в принципе, перешли. Вот так она у нас выглядит, состоит она из 47 страниц, в принципе, англоязычная, по содержанию можно понять тот или иной вопрос, который вас интересует. Всего лишь открывайте, я думаю, сейчас для нас не проблема на английском языке ознакомиться более подробно с данным проектом. Здесь есть все преимущества, все проекты, все нюансы, также составляющие, о которых я вам рассказывала. Все это более подробно и в обширном виде здесь описано. Также есть у компании сертификат, вы видите, что действительно проект серьезный, имеет множество преимуществ, которые, я считаю, уже на данном этапе, в принципе, расширили свой кругозор и, в принципе, в дальнейшем будут также на этом не останавливаться, а, в принципе, делать себя более успешными, нежели они есть сейчас. Как вы видите, у нас вот так выглядит платформа Entry. Это Entry Bark, Entry Network, Entry Cash, Entry Exchange и Entry Money. То есть все эти составляющие, о которых я вам более детально рассказывала. Поэтому непременно, если вас интересует данная отрасль, если вас интересует финансовая экосистема, то переходите по ссылкам, которые я оставляю в описании, это техническая документация. Также это у нас Twitter, который находится непременно перед вами. Также подписывайтесь, следите за новостями, за обновлениями. Присоединяйтесь в чат Telegram, в котором уже практически 14,5 тысяч участников, которые активно ведут обсуждения по поводу данного проекта. Поэтому, если у вас есть какие-либо вопросы по поводу изучения, либо же в ходе изучения данной компании, то непременно не стесняйтесь, заходите на официальный сайт. Здесь есть все ссылки официальные данного проекта, то есть это у нас и социальные сети, и официальный сайт, и техническая документация, и, в принципе, вообще документы, которые закреплены юридически за данным проектом, все сертификаты, все это можно будет ознакомиться и более подробно почитать. Если же вам недостаточно этой информации, то непременно переходите в группу Telegram, задавайте там свои вопросы, также задавайте свои вопросы мне под этим видео, я с удовольствием на них отвечу, смотрите видеоролики, которые связаны с данным проектом, и углубляйтесь во всю его суть. Спасибо, что были со мной, напоминаю, pre-ICO у нас заканчивается через 1 день и 10 часов, поэтому успейте принять решение, изучить данный проект и, в принципе, понять, нужен он вам или же нет. Всем хорошего дня, ищите для себя выгодные компании, желаю проекту больших успехов и достижения поставленных задач. Всем пока!